Устаев имам. Я хотел бы сказать, такая маленькая ремарка о том, что на уровне частной конфедерации он начинал нравиться с фашистом с Лёхой, как его. Имам тоже у нас не новичок на проекте. Вполне на самом деле, как получается, что по основе, когда папа уходит, все это как-то находится. Имам, стой, стой, стой!
Воздуха дайте ему! А ты приготовил! Зелёный угол! Красный угол! Как одели? Бой! Моменты, начислим опыт, сделаем видео, выдадим это все в эфир, соберемся с силами, мыслями. И я думаю, что в ближайшее время, пару недель, мы назначим дату нового турнира. Зрители, дадим парням реванш! Да, и если кто в реванше, Иман выиграет, Заур, отдашь ему, конечно, бой, который ты сейчас сделал. Да. Скажи это, чтобы все это услышали, что это будет как титульный бой нашего дня. Всем приветствую, Заур Малойку. Теперь очень жду сказать спасибо, довольно. Очень мощный бой получился. Как Александр сказал,
будет второй бой матч. Как июнь или июль месяц, как раз повторюсь. Июль или июль месяц, как без разницы. Все. Газ тогда. Че, парни, face to face сразу предварительно. Давай. Сразу позируешь с поясом. Давай. Как будет? Их ребята, ну, фотографируем, но face to face после боя, правда, сразу. Ну что, готовы к реваншу, да? Тигры живые. Вот он брался за пояс. Сегодня пояс забрал за ум. Кто заберет пояс через пару месяцев, узнаем. Аллах Акбар. Рад вернуться. Я очень рад вернуться. Сколько я себе обещал, мне не получалось. Вот за травм. Ой, наконец-таки я здесь. Правда, три соперника отказалось ее собираться. Что было? Боец? Василенко, Станислав, ты принял мой вызов, ты не явился. Хотя бы сказал, что не получается, это я считаю за трусость. Но, спасибо, Александр. Да. Спасибо. Всем спасибо. Увидимся через пару месяцев на стрелках.